Десятки спасателей сегодня собрались на изумрудном карьере в Челябинске. По очереди погружались под воду. Прохожие тут же забеспокоились, не утонул ли кто в водоеме. Спасатели горожан успокоили, никаких ЧП не произошло. На карьере проходят плановые учения. Все, понял тебя. Приступай к работе. Спасатели отрабатывают действия под водой, спускаются на глубину 3-3,5 метров и исследуют дно карьера. Ищут там опасные для купальщиков предметы. С поверхности их действия координируют коллеги. Все это часть сертификации. Такие масштабные учения проходят раз в год. Плюс повышение квалификации раз в 2 месяца. Это необходимо, чтобы поддерживать уровень профессионализма и проверить себя накануне горячего сезона. Основной пик работы водолазов приходится на лето, но актуальна их помощь и весной и осенью, когда лед становится тонким. Вдруг машина провалилась или человек провалился под лед или утонул, допустим, летом очень часто. Чтобы водолаз в совершенстве владел теми знаниями, навыками, которые при тренировках нарабатываются, чтобы он не допустил ошибки, потому что здесь ошибка чревата или здоровьем, или жизнью. В 2015 году поисково-спасательная служба выезжала на озера и карьеры 139 раз, и в 29 случаях к работе подключались водолазы.